Привет, друзья! 1 июля. Много ос чего-то летает. Лезут в улья. Сейчас будем делать ловушку для ос. Итак, друзья, для того, чтобы сделать ловушку для ос, нам понадобится ножик, кусок шланга садового, сантиметров 5, и пустая пластиковая бутылка, 1,5 или 2-литровая. Все просто. Вырезаем здесь дырку по диаметру шланга, чтобы плотно вошла. Дырку вырезал, шланг. Шланг вставляем так, чтобы большая часть шланга зашла в бутылку. Вот, примерно вот так. Эту ловушку я подсмотрел у зарубежных пчеловодов. Осы ловятся, шершни, ну и всякое подобное, мошкара. Заправляем эту ловушку. Морс, варенье с водой, подбродившее. Можно еще добавить пиво какого-нибудь просроченного. Все, заливаем этот морс. Подбродившее. Вот пока банка стояла, уже осы поймались. 3 осы утонуло. Все, ловушка для ос и шершней готова. Завязываем проволочку и вешаем на дерево или ставим. Некоторые делают ловушку, обрезают бутылку вот так, переворачивают ее, как бы тоже осы попадаются. Ну, вот эту, я думаю, она более эффективная. Можно вешать на дерево. Ну вот, друзья, получилось 2 такие ловушки. Налил забродившего морса. Уже 1 оса. Свалилась туда. Сверху проволочки. Сейчас на ветке поразвешиваю. И будет нам счастье. Одна вот она, другая вот. Вот такая красота у нас получилась. Вот уже оса крутится возле бутылки. Летала сейчас. Очень эффективные ловушки. Берите на вооружение. А как вы ловите ос? Или ловите ли вообще? Ответьте в комментариях. Всем пока. Ставьте классы. Кому интересно, подписывайтесь на канал.